вами Poison, и это Хроники Рестлера 2. Для того, чтобы быть настоящим рестлером, необходимо делать много вещей. Одно из этих вещей – тренажерка. Ладно, хватит теории. Бегом в тренажерку! Самое время ехать в Беларусь на рестлинг-шоу на Zero One. Poison прибыл в Гомель. Ну что, с автобуса прямиком на бал едем на рестлинг-шоу. Я прибыл на место, где планируется проведение супер-мега-рестлинг-шоу. Ну что, посмотрим, что там творится внутри. Может, еще с кем-нибудь подеремся. Хо-хо-хо-хо.
первое шоу в городе Коми. Завтра предстоит второе шоу. Оставайтесь с нами. Ну а теперь мы собираем ринг и валим домой. С вами Poison. Это второй день моего турне в городе Коми. Вот и закончилось второе рестлинг-шоу в городе Гомель. С вами Poison. Позади два рестлинг-шоу. И я уже вернулся в Украину и в город Киев. В качестве бонус-видео я вам покажу одно самое крутое место в Украине. Тренажерка под открытым небом. Самая суровая тренажерка. We'll be right back.
Это были хроники рестлера 2. Увидимся в следующей части.